Красная площадь Чебоксар стала недоступна для посетителей. Территория огорожена, там началась масштабная реконструкция. Она продлится примерно 2 года. Как изменится главная площадь столицы республики, узнала Наталья Егорова. Здесь уже вовсю снимают дорожное покрытие и проводят фрезерование. Вместо асфальта будет уложена гранитная плитка, влагостойкая, с нескользящим покрытием. Появятся на площади светомузыкальный фонтан и удобные велодорожки, пространство для игр детей и отдыха взрослых. Проект разрабатывался 3 года. Все это время в него вносились корректировки. Привлекали Чуваш граждан проект и московскую организацию «Маршлаб». Мы проводили неоднократно общественное обсуждение с жителями города. Несколько раз собирались, много было критики, много было вопросов, но пришли к общему знаменателю. Средства на масштабный ремонт удалось получить благодаря участию проекта в федеральной программе развития культуры и туризма. Ростуризм выделил более 1 000 000 000 рублей. Кроме перемен во внешности, Красную площадь ждет полная замена всех коммуникаций, которые уже давно устарели и не менялись почти полвека. Водопровод, канализация, кабеля, электрические питающие кабеля, кабеля уличного освещения. Далее эти траншеи будут закапываться, завершаться вертикальная планировка. И по завершению вертикальной планировки начнется укладывание гранитной плитки. В этом году подрядной организации необходимо освоить более 400 тысяч рублей. Для того, чтобы уложиться в сроки, будут привлечены субподрядчики. Они начнут работать уже на следующей неделе. Горожане к забору, на площади и ремонту относятся в основном с пониманием. Не знаю, как это относиться. Я приехал с Сургута в гости, я гость столицы, поэтому приедем в следующем году, посмотрим. Пускай ремонтируют. Там была плохая дорога. Путь будет красиво, почему нет? Можно потерпеть, лишь бы было людям хорошо, детям погулять. Мне кажется, только во благо городу, поэтому наоборот, с удовольствием. И мне кажется, не должен никто против, так как потом предстоит такая красота в городе, и город будет еще красивее, мы только за. Первый праздник, который город будет отмечать не на Красной площади, это юбилей Чебоксар в августе. Власти подготовили для жителей и гостей столицы другие площадки. Основное центральное место – это Певческое поле. Но кроме этого, это будут парки, будут центральные площадки Ленинского района, Калининского, Московского. У нас много мест, на которые мы не обращали внимания, а в рамках 550-летия мы как раз локальные, точечные мероприятия проведем. Реконструкция будет проходить в несколько этапов, а закончится она должна будет в 2021 году. Первый этап завершится в ноябре этого года. Наталья Егорова, Никита Углев, Вести Чувашия.